Всем привет! Решил что-то я в коем-то веке в заброску с микрожигом погулять. Пока погода есть. Сейчас зайду. Так, часик-два может быть. Посмотрим, что получится. О, в этом году даже мостики никто не строит. Будем так заныривать, нырять сразу. В этом году еще сюда не приходил ни разу. Так что даже не знаю. Блин, сейчас и на тот берег-то гулять по осени, потом не знаю как. Ну, сейчас что-нибудь посмотрим. Может, чего и выйдет. Сегодня у нас Наваха микрожиг до 5,5. Катушка Панда 2000. Ну и так, все остальное в ассортименте. Так, что-то здесь как-то заходить стрёмненько, глубоковато. Пойду, может, другое место найду. Ладно, сейчас заползу в речку, там уже видно будет. Нашел маленькое другое место. Забродники у меня выше колен неопренка. Так, здесь у меня 0,5 грамма стоит с мотылем от Беркли. Сейчас здесь на мелководье попробую. А вдруг кто-нибудь клюнет? Должна что-то какая-то рыба быть. Потом, если что, что-нибудь покрупнее поставим. Тут теребит. Пискари. Не надо мне поклевку рыбу, точнее, на первом забросе. Красота. Очень золотая. О, о. Ха, кто-то дергает. Здесь что самое интересное, каждый год фарватер меняется. В один год ходишь, вроде тут яма, там плюс. На другой год идешь, вообще все по-другому. Чего там, где, фиг его знает. Да Чебурашку, наверное, надо. Ого! Что это было? Это не было, это есть. Кого-то я поймал. Какую-нибудь верховодку или ельца. Нет, суперокунь. Хо-хо. Надо же. Микруха рулит. Надо вот, народ не поверит же. Сейчас опять ничего не поймал. Так. Где-то прям на падение взял. Ну-ка, беги. Мне такой рыб не надо. Мне надо окунь-кабан. Я даже сначала не понял, что рыба там сидит. О, о. Так, ну-ка попробуем чего-нибудь покрупнее поставить. Мотыль, что-то это вообще. Короче, не знаю, как называется. Китайцы подгоняли туда. А крючочек-то маловат. Вот такая приманка. Ну, сейчас ради эксперимента, потом еще и Чебурашку побольше. Как-то так получилось. Все, сейчас уклейки кабаны будут клевать. Листочки цепляются за плетенку. Листьев много плывет. Сейчас потяжелее. Сейчас граммика 2 поставлю. А то как бы и не 3 пришлось ставить. Ух ты!
Кого-то изловил. Странно даже как-то. Вот такой окунек. Такой. Так, значит, покрупнее надо. Что самое интересное, крючочек-то вообще пипец. Где? Видите? Его там не видать. Значит, полностью заглотил рыбёха эту приманку. Я это так поставил проверить. Я, кстати, сезон на эту приманку открывал. Щучка у меня на БФС ловил, клюнула. Туда под кустик. Ух ты! Еще была поклевка. Вот так. Еще окунек. О, что работает? Китайская непонятная крокозябра. У меня там еще побольше таких крокозябр есть. Вон. Ножки начинаются, где там крючочек вылазит. Но маловат. Крючочек. Поставил эту головку с раком крызефишевским. Что-то пока тишина. Сейчас крокозябру опять поставлю. Не хочет на рака. Ставлю сейчас обратно. Непонятного крокозябра. Здесь крючочек побольше. Сейчас клевать перестанет. О, кого-то вроде как поймал.
Что это у нас тут? У нас окунёк. Да, размер имеет значение, да? Вот уже маленько на окунька похож. Вот я приманку. Беги. Так, из-под тех кустов, значит, да? Ну-ка, из-под этих. Там под кустами кто сидит. Что глубже, чем в прошлом году. В этом году вода высокая, хрен знает, сколько времени было. До середины июня. Жир, 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 жир. Жир, 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 жир. Ах ты. Штырил. Ох ты, гад, блин. Ну, а что? Сам же хотел. Сказал, приманочку поменяю. Меняй. Пацан сказал, пацан сделал. Так, а поставлю-ка я такой вот. Такой вот, такой вот. Или такой вот, такой вот. Вот такой сейчас поставлю. Пиявка с фанатика. Не помню тоже, как называется. И что, вообще уже забыл, как приманки-то называются. Сейчас какой-нибудь спец посмотрит. Да ты чё, это же такая фигня, её так зовут. Ну там вот кто-то сидит. Под деревом. Кто у меня там стырил приманку, дергал, дергал и стернул. Ага. Да ну нафиг. Ну такой я конёк. Вон кто у меня там приманки жрёт. Что? Беги, красотун. Ну таких уже более-менее и ловить приятно. Может, я и перевязываться не буду. Так, ну-ка еще. Может, там еще стоит. С берега еще сейчас ходить, ну и нафиг. Какие дебри. Ну-ка сейчас. Запулю-ка туда. Кто у нас там сидит? Там шарнирчик поставлю и айка грабстик. У меня в это время здорово работает. Перевязался, поставил шарнир с соседником и китический секси импакт. Посмотрим, даст нам это что-то, не даст. Ну, большевато, наверное, приманка. Ну, посмотрим. Кто его знает.
Так, ну-ка поставим другую, что-то не хочется на эту клевать. Почему-то очень поактивнее надо. Вот у меня рак есть от Crazy Fish. Так, ну, хоть пойдет. Посмотрим. Так, тут тоже рабочая приманка. Даже очень рабочая. Ну-ка. Вот что-то не, вообще неправильно закиданул. Ага. Рак крызифишеский сработал. Беги. Но посреди речки. Не из-под кустов. Может, из-под кустов начинают преследовать, а потом выползают. И на коротке главное. Вот поставлю-ка опять сейчас китайского крокозябра. Так, можешь рыжего рака поставить. Сейчас попробую. Вода чистая, в принципе, издалека должно быть. Там надо, должно быть видно. И мне, у меня же крокозябра съели. Так, на этом буду рыбалку заканчивать. Все уже бесполезно что-то. Темновато. Сейчас, пока выходить буду, сейчас еще раз несколько закину. Уже все, по колено иду. Ну там в этом году поглубже, чем раньше. Все. Сейчас точно все. Будем закругляться. Походил, погулял, половил. Лучшая приманка за сикарашка какая-то непонятная от Беркинга. Китайский вариант. Но работает. Все, на этом всем пока.